Снова всем привет. Мы с Барри очень счастливы быть здесь. Мы у нас вот во время перерыва она взяла меня за руку и сказала ты чувствуешь вот эту печаль? Я да, чуть-чуть чувствую, что нас завтра уже не будет. Но, пожалуйста, откройте Библию на Ефесянам 5 главе. И мы увидим сейчас библейский язык здесь. Когда равин Павел пытается объяснить нам, что означает быть христианином. И в этом контексте, что это означает, как евреи и неевреи ходят вместе в Мессии. Послушайте, он меньше беспокоится о религиозных вопросах. Его больше интересуют личные вопросы жизни. И давайте пятую главу, первый стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Подражайте Богу. Бог создал все человечество. И Бог так любил мир. so let's love the black and the white and the asian and all of this. in verse 2 he says walk in love just as messiah loved us and gave himself up for us as an offering and sacrifice to god a fragrant aroma И второй стих говорит, «И живите в любви, как и Мессия возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухание приятное». Хотите быть любящим человеком и источать вот этот аромат благоухания. Иногда парни меня спрашивают, каким одеколоном, парфюмом я пользуюсь. Это называется

И знаете, как это выглядит, когда вы проходите, и у вас приятный аромат. Say, oh, you, <laughs> это не к тому, чтобы я, когда пройду в следующий раз мимо вас, вы обратили внимание на то, как я пахну, и принюхались. But, but you know is, you know Но вы понимаете, что означает приятное благоухание и не совсем приятное благоухание. И люди, которые ходят в... Любят людей, которые источают приятное благоухание. И люди, которые настоящие, человечные, они источают приятное благоухание. Может быть, есть девушка, которая, которой нравится один парень, и она хочет привлечь его внимание. Она хочет встречаться с кем-то. So И какой-то парень может уделять ей э, внимание. He's her some come on lines. Mm, вот. И он э, комментировать могут, э, э, комплименты говорить ей. A way. Он ведет себя по определенному, представляет себя. You know, I think it's я считаю, что лучше, когда люди просто естественные и искренние. Знаете, когда вы настоящие и искренние, а, есть что-то в этом привлекательное что вот вы такой, как вы есть. Вместо того, чтобы притворяться кем-то, быть кем-то, просто будьте сами собой. Это источает приятное благоухание, когда and вы настоящий. А люди, которые пытаются быть кем-то, кем они не являются, они нервничают. their speech and their thoughts they're more calculated uh, their speech and their actions, they're more you know paul says look просчитанные продуманные А Павел говорит будь собой источай приятное благоухание а Он идет дальше в третий стих А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым.

И нет ничего неправильного с сексом. Но есть способы, как мы все это делаем. Достигаем. Есть методы, как оно должно происходить. Но люди двигаются и давят в неправильное направление пути. И это превращается в аморальность, в блуд. И и люди не разговаривают даже правильно. Четвертый стих, он говорит, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Если вы хотите знать, что на самом деле быть богобоязненным. Не в этом важно, что ты говоришь Иисус или Ишуа. И не столь важно, ты молишься на иврите или на украинском. We all have our preferences. всех But if you really want to be religious, this is the stuff that's important. если деле хотите быть верующими, вещи важны. He says in verse five. Know for certain that no immoral, indecent, or greedy person. Who really is an idol worshiper at heart has any inheritance in the kingdom of the Messiah. In verse 6 let no one deceive you with empty words. И шестой стих говорит, никто да не обольщает вас пустыми словами. Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Не будьте сообщниками их. Once you were in darkness, but now in union вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чанда света или ходите в свете. Потому что плод духа состоит во всякой благости праведности и истине я думаю что хождение с богом это не придирание и э, к мелочам и таким религиозным различиям знаете люди которые ходят по-настоящему с богом могут быть милостивыми и добрыми и свободными и десятый стих говорит: испытывайте, что благоугодно Господу. Размышляйте над тем, что значит быть в мессианской общине или движении. Что будет благоугодно Господу, благоугодным Господу свидетельством нашей жизни здесь в Украине? Что я слышу Бога что я слышу, как Бог говорит мне, как мне принимать участие или быть частью этого движения. Если вы будете задавать себе эти вопросы, вы услышите ответы. И позвольте мне остановиться на одном моменте. Позвольте, я вам расскажу, что означает мессианский еврей. И это мое личное определение.

Все те, кто вовлечены в мессианский движение, опыт, переживание, in on они, эти люди, заинтересованы в еврейском опыте с одной стороны and Jesus experience, on the other hand. и в переживании Иисуса с другой стороны. И то, что объединяет нас, это тот факт, что нам не безразлично. Нам не безразлично, что значит принимать участие в еврейском опыте и в переживании Христа. Не ответ а, на этот вопрос нас объединяет. А объединяет нас то, что мы задаемся этими вопросами. Многие люди вообще не беспокоятся о еврейских корнях Иисуса, их это не волнует. World, Что Бог делает сейчас в мире и поднимает снова евреев к вере в себя. What, what Что Бог делает пророчески с Израилем. У многих людей нет бремени по поводу этих всех вещей. Но то, что для нас свойственно, что нам не безразлично, это то, что единственное в сейчас данное время вы могли заниматься чем угодно. Может быть, что-то интересное по радио сейчас звучит. Или по телевизору что-то идет интересное. Вы можете что-то искать онлайн, изучать. Могли бы зачем меня слушать you know, you care. но вам не безразлично мессианские евреи это люди которых волнует переживание христа и переживание еврейских традиций или обрядов с другой стороны и мы беспокоимся или интересуемся что как как нам иметь участвовать в обоих этих процессах я достаточно свободный, либеральный I, человек. I Я благодарен каждому, кого беспокоят такие вопросы. Вы, может быть, ответите на них не таким образом, как я на них отвечаю. Okay Но для меня это нормально. Потому что вам, вам не безразличны эти вопросы. Мы все должны беспокоиться, что будет благоугодным для Господа. Это нас должно интересовать. И в одиннадцатом стихе он говорит дальше и не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте и он продолжает говорить об этом чуть больше и в пятнадцатом стихе он говорит, И так смотрите, поступайте осторожно или ходите осторожно, не как неразумные, не как неразумные, но как мудрые». И это означает заботиться о нашей природе. В Америке есть очень известный пастор, был э, очень известный пастор, который согрешил. Он оставил свою жену и э, э, имел сексуальную связь со своей секретаршей и уехал с ней. And, and me, и я помню, как некоторые говорили мне, я не могу поверить, что он сделал well, это. I could believe it. Я могу в это поверить, man. потому что я мужчина. И быть откровенным с вами, он не сделал ничего такого, о чем я не мечтал бы. Люди искушаемые есть дьявол. Я понимаю, как мужчины могут быть глупы. Я понимаю, как мужчины, насколько они могут быть грешны. Я понимаю, как этот мужчина совершил этот поступок, потому что многие мужчины совершают это постоянно. Вот для меня то, что я не понимаю, это как мужчина может жить такой жизнью как можно проживать так же всю жизнь и при, этом, и при, этом, стоять перед людьми и учить из Библии в одно и то же время. Для меня такого вида лицемерия невозможно. Но я видел, что мужчины и женщины могут но я видел, как мужчины и женщины грешили. Я видел, как люди могли и отворачивались от Бога. И если я правильно понимаю Павла, вместо того, чтобы в, влезать в дела каждого и акцентировать внимание на что такое религиозный, образ жизни. Он говорит, следите за собой. Хотите быть настоящими верующими, следите за своим моральным компасом. Pay close attention to how И в 15 стихе он говорит, обращайте внимание на то, как вы ходите. И, между прочим, это еврейское Because выражение. Judaism, Потому что в еврейском uh, лексиконе быть верующим, да, религиозным, это слово халаха. You know, so и раввины объясняют, что такое правильное халаха. И слово халаха пришло из еврейского однокоренного слова халак, которое означает ходить. Каково твое хождение? ходил авраам вышел ходил you know, the, the, the и вера это наше путешествие мы ходим и He и он говорит обращайте внимание на ваши личные шаги drunk instead spirit и 18 стих он говорит и не упивайтесь вино, вином от которого бывает распутство но исполняйтесь духом Music in your heart to the Lord. Always giving thanks for everything to God the Father in the name of the Lord Jesus the Messiah. You know, I, Paul himself, as I understand the man, was an observant Jew. Uh, Павел, если я правильно его понимаю, он был соблюдающим евреем, соблюдающим обряды евреем. Jesus, lived his он принял Иисуса, но он жил, продолжал жить в своей культуре. Я думаю, что я считаю, что это вообще ну, невероятно, что э, и уникально, что э, самый популярный автор Нового Завета был обращенным раввином-евреем. Петр и Иоанн, они были рыбаками. Павел был раввином. Когда он и он хотел говорить о хождении, о халак. Его меньше всего интересовали религиозные традиции. Он более беспокоился о моральном компасе человека. And, and и вот, что я знаю. Мне 61. Я был профессором Библии и преподавателем библейских колледжей более 30 лет. У меня за все время было 20 тысяч студентов. У меня было около 800 в год в год примерно по 800 студентов. И вот что я знаю, когда говорю, обращаюсь к молодым людям, которые не женаты. Это может быть, там может быть девушка. У нее может быть призыв uh, Божий в ее жизнь на служение. У нее есть помазание, чтобы совершить великие вещи. И я знаю, что если она выйдет замуж за неправильного парня, этого может всего просто не произойти. Да, чудеса случаются. Но, я смотрю на это как но, послушайте, я на это смотрю как на а, по поезд. And the girl is like a train car. И а, эта девушка как паровоз. And the boy is like the а, парень как локомотив. And she to that. И она а, присоединяется к локомотиву. That's push her down the track И это то, что может увести ее в, по рельсам в другую сторону. You really wanna...

Is because we're all going to spend the rest of our lives in the future. And what's going to become of us in the future? Is going to have something to do with the kind of decisions that we make now. Будет and the, we need to make the right kind of personal decisions. Okay, Paul has now finished with the theological exhortation and the moral exhortation. Paul is a formal letter writer. Правильно письма свои составляет. Павел очень образованный человек, и его учили составлять речи. Все его письма начинаются с формального вступления. Есть, так сказать, тело письма, которое включает в себя ключевые религиозные, теологические темы.

Что означает принести веру в свой дом? Он uh, говорит о том, что тебе надо будет зажигать свечи в шаббат. Он не говорит. Uh, that, uh, not, not uh, это не значит, что он не хотел этого. But he, but... He's interested in the relationship between the husband and the wife and the children. Но то о чём он говорит, что он взаимоотношениях между мужем, женой и детьми. This same author, who previously in Ephesians said Jews and Gentiles have come together. же автор, автор Ефесян говорит о том, что евреи собираются вместе. The church is a house with different people living in it. И что церковь ⁇ это дом, где живут разные люди. И он хочет, чтобы евреи и неевреи научились принимать друг друга и смиренно вмещали друг друга и работали вместе. Он хочет, чтобы эти разные люди ценили различия друг друга и э, могли с этим работать вместе. И он хочет, чтобы эти же люди такое же отношение привнесли в свои дома. Он хочет, чтобы люди ходили в подчинении друг другу, мужья и жены. Это не о том, чтобы у одного человека была вся сила, а другого только пинали. Said, он говорит, повинуйтесь друг другу, как в страхе Божьем. 25, и он идет дальше, и в 25 стихе говорит, мужья любите своих жен. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Иисус отдал свою жизнь за людей. И это модель, так как нам надо быть в этом мире, действовать. Мы должны быть готовы отдать свои жизни за кого-то. Как может мужчина сказать, что он любит жену в своей, ну, в своей семье и детей? Когда он обналичивает свой чек каждую пятницу он про э протрачивает эти деньги в баре на другую женщину.' finished with his business, he goes home и gives it to his wife and says here. И после того, как э, что-то осталось, и он все закончил свои дела, он возвращается домой, и жене отдает остатки. Это не об этом. Если ты любишь, ты отдаешь себя. In, ты весь в этих отношениях, ты весь посвящен. И... Также, точно так же это касается и верующих, и религиозного отношения. Если ты любишь, ты весь вовлечен. You, you ты посвящаешь себя этому. Life И ты видишь, во что превращается твоя жизнь, как она меняется. You know, Женщина посвящает себя своему мужчине. И вы только посмотрите, во что превратится, превратятся ваши жизни через 25 лет совместной жизни. Вы вы видите, что происходит на личном уровне, на профессиональном уровне. Вы видите, что происходит с вашим телом и что из него выходит. Новые вещи развиваются и на личном уровне, и на профессиональном. И это не произойдет, пока вы не посвятите себя этому. You, you it, it, вы посвящаете себя этому, вы ходите в этом, и жизнь uh, процветает. Когда я был молодым, я блуждал. I got into doing a lot of drugs. Я употреблял много наркотиков. I in high я провалился в старшей uh, школе, исключили. when i was 26-27 I, I decided to go to college and many of the young men my age they'd already become doctors and lawyers or whatever what i did for a living is i would come into buildings like this at night and clean them А то, что я делал, чтобы жить, на, на, как я зарабатывал деньги, я приходил вот в подобные помещения и убирал их ночами. И повторюсь о том, что нет ничего плохого быть уборщиком. Нет ничего унизительного в этом. Но я вот сидел в конце зала церковного служения. И я посвятил свою жизнь Богу. Я не знал, что я буду делать со своей жизнью. И я сидел в конце и слушал, что и слышал, что вот Бог призывает меня. И в это время кто-то давал учение. Voice, и я услышал голос, который мне сказал: ты будешь делать это же, I, то же самое. И я начал молиться об этом. Я разговаривал с моими пасторями об этом. И они подтолкнули меня поступить в библейскую школу. Я не особо хотел идти. Они сказали, так заткнись, Джеффри, это то, что тебе надо сделать. Поэтому я пошел в библейскую школу. И они не приняли меня. А потому что они посмотрели мой аттестат со старшей школы, и там были только двойки и тройки. Я вернулся в библейский институт с моим пастором и я умолял. и мой пастор uh, заступался за меня и говорил, позвольте ему, ну хотя бы на один семестр пробно поступить. Said, okay, we'll like и они сказали, ладно, мы позволим ему. So и я вернулся туда я не читал книги 10 лет я не знал как э, печатать и вот сейчас я в университете это не было не здорово really но я делал самое лучшее что я только мог I started, I и когда я начинал я не предполагал что из этого вы э, э, получится что из этого Before it was all over, когда это все закончилось, я а, получил а, магистрскую степень и докторские степени в одном из самых престижных университетов в Америки. And, and и в прошлом году я получил даже сертификат из Гарвардского университета. Я никогда не задумывался, что я стану профессором. Я никогда не думал, что я никогда не думал, что я это имею внутри But себя. Really Но я просто очень тяжело работал над этим. Really я старался сделать и достичь этого. You know, really и я действительно был посвящен в своей общине. Я помню один раз, я был в Чикаго, и был снег. Снег И уже было где-то метр. Итак, город просто замерз. И замер. И я был на поезде в тот день. И в метро, чтобы доехать до одной остановки в обычной. Uh, и грузовики, машины снегоуборочные расчищали uh, дорогу. И я вышел из метро и сел на автобус. И я вышел на автобус, где и я до, доехал до того места, где была община собиралась. Well, а ну максимально близко, как можно было добраться до. Общины. The, и вот было около метра снега. So block, и я где-то квартал шел а, вот в, этом, в этих сугробах. И я добрался до общины и позвонил в звонок. И я был первый. Я не хотел опоздать. Я позвонил в звонок. Now the rabbi lived on top of the building. Uh, жил uh, над зданием. There was the sanctuary, and then there was an apartment above it. Uh, там было uh, здание и м, были uh, oh. на третьем этаже, допустим, были квартиры. Я позвонил в звонок. Его супруга э, спустилась вниз, она посмотрела на меня удивленно. она говорит, «Джеффри, что ты здесь делаешь?» Я сказал, «Я же на служение пришел». Said, она сказала, «Джеффри, служение отменили, метр снега». Said, Я сказал, «Простите». Я развернулся и ушел. Вайленд uh, с супругом Равина повер, вернулась обратно. And her husband was there, Rabbi Barry. И ее супруг uh, был там uh, Равин Барри. И позвольте мне кое-что сказать о Равине Барри. Он был немного высокомерным человеком. Барри не любил многих людей.

и он ушел. И он накричал на нее. И он говорит, ты что, не могла пригласить его внутрь на чашку горячего шоколада, чтобы он согрелся? Барри пом помнил это. Когда я позже говорил с ним, я сказал, рабби, я чувствую в министерство. И когда я сказал, Равин, я чувствую, что я призван в служение. И эта община, у нее название было оливковое дерево. Это, наверное, была первая община, где евреи и неевреи были вместе. Это была, наверное, одна из первых мессианских синагог в мире. И когда я сказал ему, Берри, я чувствую, что у меня призыв в служение. Когда он услышал это, он uh, был на телефоне. Он позвон, начал звонить людям, у которых были деньги и влияние. И он говорил, Джеффри хочет идти в служение. Это Джеффри лучший парень в мире. Никто не слышал, что Бэрри такие хорошие вещи о ком-то говорил. Бэрри никогда ни о ком хорошее не говорил. Ну и никто и о нем ничего хорошего не говорил. И теперь, поет то и тут э, Берри поет кому-то песни хвалы, воспевает кого-то. Просто из-за моего посвящения и что я тогда прошел по этому снегу. Парень, который стоит перед вами, Джеффри Сайф. Я ничего практически не заплатил за за свое обучение. It was always gifted. Это всегда был дар. У меня две докторских степени. И это обе они были дар. Знаете, я нашел вот что, что Библия говорит, посвяти свои пути Господу, доверяй Ему, и Он будет действовать. И он будет действовать, и он совершит. Вы посвящаете себя, вы посвятите себя, а потом в течение жизни увидите, как это будет совершаться. Люди считают, что в супружестве вся, все радости только в начале. Все радости, много секса и все приятное только в начале супружества. Может, things. мне не стоит об этом говорить. Но это же мой последний вечер с вами. Like tomorrow, если, если вам не понравится, можете жаловаться you, you, завтра. You, you У вас есть его телефон, можете звонить и жаловаться. вы знаете, как вам высказать свое недовольство. Но ну, это мой последний вечер. Я говорю то, что думаю. Знаете, это одна из привилегий тогда, когда тебе уже 60. За 60. I я тот, кто I я think. есть. И говорю то, что думаю. So like me, так что, если я вам I не понравлюсь, просто не приглашайте меня снова. Но People я тот, кто я есть. Поэтому, короче, люди думают, что в супружестве все самое классное в начале я считаю, что самое лучшее попозже. Together, Когда вы растете вместе, вы зрелыми становитесь вместе, you стареете know, вместе. Не, вся, не все веселье принадлежит молодым. Помните, надо просто посвящение. And, and you, you, you и вы должны быть все в этом. And, and says, И тут Павел же говорит о супружестве. You know, and, мужья, возлюбите and, and, своих жен. And, and, and И отдайте себя ей. Посвятите себя ей. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. You know, happy wife, happy life. Итак, счастливая жена, счастливая жизнь. Если моя жена счастлива, то я если моя жена будет счастлива, я точно буду счастлива. Я помню, когда мои сыновья были маленькими. Однажды я вернулся домой. И мама была очень расстроена. Эти маленькие сыновья были ее и эти маленькие мальчишки непослушные довели ее до... Просто завели ее. Я не помню, что они натворили. Но мама была несчастлива. Says, и она говорит, вот пойди, поговори с этими ребятами. Мама была просто очень рассержена. И я сказал, так, ты и ты, ну бегом сюда. We go into the bedroom. I sit them on the bed. Okay, tell me what's going on here. Well, you know, mom's this and that and this. They're all... I listen. And then I look at them and I said, listen to me. Do you want me to be happy or unhappy?

И если мама не счастлива, то папа тоже не будет счастлив. А если я не буду счастлив, я сделаю вас несчастливыми. Вы меня слышите? И они поняли. You know, in my house, if mommy's happy, if the woman is happy, everybody's happy. If the woman is not happy, then nobody's happy. That's what he says. Those of you, you love your wife, you love yourself, you're doing yourself a favor. Uh, поэтому, послушайте, uh, сделайте одолжение самим себе, любите жену как себя. Если вы спуститесь к 33 третьему стиху, есть слово к женщинам. И говорит в стихе каждый из вас любит свою жену как самого себя. И пусть жена мужа. Да it's a different word. He says, husbands, love your wives. And he says, wives, respect your husband. Uh, in, in Russian translating, to, to have fear before to, your husband. To be, that's... Не нравится мне синоидальный перевод, где написано ⁇ Жена до боится мужа ⁇ Там используется слово ⁇ уважает мужа ⁇,⁇ подчитает ⁇,⁇ бояться ⁇ See, in Hebrew, the word Yar Adonai is the Hebrew to fear the Lord. Yar Adonai. And literally, the word Yar means to fear. But, it, but it's not.

или допустим по другому скажем вот этот э, аппарат показывающий сколько у вас бензина э, в машине стрелочка указывающая an, an line, или например проверяющий электричество если оно в сети или нет аппарат и Да нет, это инструмент просто технический. Он как-то показывает. Допустим, допу вольтметр. Амперметр. Если вы подсоедините и прикоснетесь к электрической линии, и вот эта стрелочка, она будет двигаться, показывать. И электрик будет знать, сколько в линии силы тока, напряжения. Понимаете, о чем говорю? Также и в машине у вас стрелочка показывает, сколько бензина, топлива у вас в баке. И ваша стрелочка покажет, сколько у вас бензина. амперметр покажет, сколько у вас электричества в сети. moves чувствуется ток, ток движется, это движение, и он чувствует это движение. Вы понимаете? В голове и сердце мужчины есть вот этот инструмент. И он может по-настоящему показать, когда мы почтительны и, когда мы не, и уважительны, и когда мы не уважаем, не почитаем. And men do not get comfortable being disrespected. Когда нас уважают или не уважают, и мужчине не нравится, когда к нему неуважительно относятся. Так же, как женщина, она чувствительная натура, и она чувствует, когда она любима, и когда не любима.

У вас может быть э, парни на на вечеринке. Like. И кто-то о ком-то сказал что-то неприятное, что не понравилось. Would, would outside, Они выйдут на улицу, back back, станут спиной к спине, up, вытащат пистолеты, paces, а сделают 10 шагов, развернутся и выстрелят. Вам знакомо это? Дуэль. You've heard of this before? Слышали об этом? This could be men. Uh, это может быть э, очень почтительные люди. Это могут The быть. Один может быть принцем, другой клерком. Нет причин умирать, как бы зачем? Но есть что-то в мужчинах, что не нрав... когда им не нравится а, и не смиряются, когда их не уважают. И вот большинство инструкций, которые здесь Павел говорит, хотите быть верующими людьми. Just like Jews and have to learn to get вот как евреи и неевреи должны учиться работать вместе In the of faith. Uh, в доме веры. Different people need to get together in the household of faith. люди должны уметь работать вместе в доме In your own household, men and women have to learn to work together. вашем личном доме, вашей личной семье, мужчина и женщина должны учиться работать вместе. But for the most part, Paul talks about men loving their wives. но в большинстве случаев павел говорит мужчины любите своих жен а потом он переходит в шестую главу и он говорит дети почитайте родителей своих потому что Потому что этого требует справедливость. Почитай Отца Твоего и Мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен ты на Земле. Если вы обратитесь к Десяти заповедям, первая часть заповедей, она имеет взаимоотношения наших и бога Под, подтверждение что uh, он существует что мы в него верим что не мы не подчиняемся uh, не поклоняемся идолам, что мы не превозносим его имя в Суе, и что мы соблюдаем шаббат если вы смотрите на 10 заповедей первая часть имеет относится к нашим взаимоотношениям с богом все остальные заповеди относятся к построению наших взаимоотношений с другими людьми. Не кради, не убивай, не прелюбодействуй. Первое из этих заповедей почитай отца своего и мать свое Когда когда вы смотрите книгу Левитов, когда в Левитах пере, когда цитируется десять заповедей, там даже порядок слов поменен и написано сначала почитаем мать свою и отца своего. Там поставлена женщина первой. Если вы откроете Тору первых пять книг Библии, и, книги Моисея, и если вы прям посередине откроете, там опять повторят десять заповедей. И там будет написано, почитай мать и отца. Здесь вначале пишется почитай отца и мать. И вот в чем момент. Если у вас есть ребенок, если он не почитает своих личных родителей, kid, your own mother, your own uh, вот этот маленький ребенок не может почитать uh, маму и папу, тогда, когда ты растешь, ты не будешь уважать школьного учителя, ты не будешь уважать начальника на работе. Если ты не можешь почитать свою родную мать, ты не будешь уважать свою жену. У вас может быть парень, который говорит, вот, красивая девушка, я влюблен в нее. И она приводит его к себе в дом, знакомит с семьей. И, я должен сказать, что в первый раз, когда Барри, он меня домой. Uh, кстати, хочу сказать, что первый раз uh, Берри пригласила меня к себе домой. Берри, пристань на секундочку, развернись ко всем. Это моя замечательная, красивая, красивая жена. Красивая жена. Когда я вошел в ее дом, я хотел получить благословение, разрешение от ее матери жениться на ней. Берри 63. Барри 63 сейчас, мне 61, но я шел получить разрешение от ее мамы. Барри никогда не была замужем, и она никогда не приводила мужчину в дом. И я говорю, Барри, хочу увидеть твою маму. Папа уже отошел к Господу, я хочу с мамой поговорить. So I go talk to the mother. И я пошел говорить с ее мамой. Says, so И ее мама говорит, почему я должна позволить тебе жениться на ней. Он сказал, я тебе дам три причины. One, Первое, у меня есть работа. Two, Второе, я здоровый. И номер три, ей шестьдесят один. И она никого еще в дом не вводила из мужского пола. So take what you can get. Поэтому, поэтому бери то, что можешь. She says, okay. И она сказала, ладно, согласна. Go with you. Согласна на тебя. Конечно, я шучу. But the шутил но идея была в том что я хотел почтить маму and, 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 uh, it's extremely important. и это очень важно и послушайте если есть парень девушка и вы идете навестить ее семью and she's mean to her mother, и она uh, mean? She's и она не непотитель неуважительно, непочтительно к своей матери. Она хочет усадить тебя в кресло. А и собака на этом кресле сидит. И она сталкивает собаку, чтобы ты мог сесть. Она непочтительна к маме. You, Позволь мне дать тебе совет, молодой человек. Yes, да, понимаю, она может быть красавицей. So она такая милая. Yes, И да, она может быть безумно богата. Yes, yes. И да, ты, может быть, думаешь, что ты хочешь жениться. Advice, Позволь мне дать тебе совет, молодой человек. Беги. Беги отсюда. Run out that door. Беги, выбегай из этой двери. Never look back. И никогда не смотри назад. Если у тебя есть записан ее номер телефона, сожги бумажку. Если он у тебя в телефоне записан, выбрось телефон в реку. You don't want her. Ты не хочешь ее. Ты будешь за нее ты слишком дорого заплатишь за нее. No, Вы должны быть способны почитать своих родителей. И к животным тоже должны хорошо относиться. Если кто-то не может вот этих вещей сделать, представь, что она будет женой твоих детей. Матери, Мама из твоих детей заговариваюсь. We don't live in a perfect world, according to this author. Мы живем несовершенном мире. автор пишет об этом. moves on here and he says, slaves obey your masters. И он пишет дальше и говорит, рабы повинуйтесь своим хозяевам. With respect and reverence, with sincerity of heart, as you would Christ. По плу, э, рабам, э, господам по плоти, со страхами, трепетом и в простоте сердца вашего, как Христу. You know, then, Он жил в то время, когда люди, работающие на других людей, назывались слугами или рабами. Рабство существовало в мире. Дальше он потом будет писать, что если у вас есть шанс э, избежать этого, освободиться, освободитесь. Но если это то, что вы имеете, это меньше, чем не чем идеальная жизнь. You know, it's not a life. Это несовершенная жизнь. Says, Но будь уважителен, почтителен к тем людям, которые над тобой. Есть принцип в этом. Слушайте, вы можете работать с людьми, с которыми нелегко. Они могут пинать тебя очень сильно. Они могут платить тебе мало. They don't appreciate the work that you do do. Они не благодарны за ту работу, которую ты делаешь. And they're always pointing out faults with it. И они всегда будут тыкать тебя в твои ошибки. We can live in an imperfect world, and we do. Мы можем жить в несовершенном мире, и мы живем в нем. But he says, "Listen, have the right kind of heart, the right kind of attitude." Но он говорит: "Слушайте, имейте правильное отношение сердца, правильное сердце к этому." Do it like you're serving the Lord. Делайте так, как будто вы служите Господу. Says, that, Потому что он говорит, если вы будете так делать, вы увидите кое-что другое. И седьмой стих говорит, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. You know, you want to be different. Вы должны хотеть отличаться. Позвольте ему увидеть, что вы другие. И uh, Писание говорит об этом. Lastly, and and и я хочу обратиться к десятому и дальше стиху и прийти к заключению. Когда мы Проходим нашу жизнь здесь. Paul, и когда мы просматриваем, что Павел имеет в виду, что такое быть христианином. А евреях и неевреях вместе. Он очень либерален в том, как евреи и неевреи должны действовать друг с вы знаете, он очень свободен, либерален на том, как еврею, не еврею быть вместе. Разные культуры, давайте принимать друг друга. Стена разделяющая разрушена, давайте станем одним целым. После всего все равно один Господь, одна вера и одно крещение. Он очень либерален, очень свободен по поводу этих высказываний. Но вот здесь он приходит к очень конкретным выражениям. Он очень конкретно говорит о том, как нам управлять нашей сексуальной энергией о том, как надо принимать супружество, что сексуальные отношения допустимы только в браке внутри. Что тех, кто замужем и женат, мы должны реагировать определенным образом и вести себя. Он объясняет, как жена должна вести себя по отношению к мужу, и как муж должен себя вести по отношению к жене. Он очень конкретно обращается к детям. And he wants us to be,

Обычно вот так евреи заканчивают учение. Каждый раз в синагоге, когда читают, заканчивают читать истории. Например, когда Бытие читали, и подходят к окончанию Бытия. Равины говорят, хазак, хазак. Be strong, be strong. Быть, будь силен, будь силен. И в конце чтения книги Исход говорится, будь силен, будь силен. Remember, this man is a rabbi. И помним, да, Павел Равин. И он говорит, наконец, будь силен. И он говорит, в конце концов, будьте сильны. Или слово укрепляйтесь у нас. Но дальше он говорит то, что обычно раввины не говорят. Me, else, и если не брать ничего другого, то для меня вот это доказательство того, что ему комфортно а, с евреями и неевреями. Если вы Поедете, вернетесь в Израиль? People, uh, люди более предвзято относятся по отношению к язычникам, and, не евреям. И люди ненавидят, uh, ненавидели. ненавидели римскую армию. The Roman army was the of Roman uh, римская армия она no. на, насаждала и представляла римский империализм.

римские солдаты проверяли, как соблюдается римский закон на оккупированных территориях. Они проверяли, что римские подати, дани, платились налоги. and to ensure that Roman punishments were inflicted upon those who were disobedient. И они должны были быть удостоверены, что те, кто заслужил наказание, получали полной строгости наказания. And Jews in Judea were not comfortable with Romans. И евреям в Иудее было некомфортно с римлянами. But Paul wasn't from Judea. Но Павел не был из Иудеи. Paul was from Tarsus. Павел был из Тарса. Это был а, такой международный универсальный город в греко-римском мире тогда, империи. Paul, Paul И Павел имел римское гражданство. И когда Павел хотел сказать, что значит быть праведным, он смотрел на... Обмундирование римского солдата of a Roman legionnaire. на римского легионера. This was hated in Judea, этого человека вообще-то ненавидели в Иудее. Paul, kind of Но для Павла этот человек представлял какое-то духовное применение. Paul, Он видел there, в этом. Павел имел uh, почтение к римскому uh, правительству. You know, says, он уважал римскую власть. Taxes, он платил налоги и был хорошим гражданином. He says, и тут он говорит, укрепляйтесь Господом. И в его разуме могла быть картина этого римского легионера. Можете представить, что римский говоря о римском солдате. Можете вы себе представить, вот он еврейский равин, который заключает свое письмо, завершает

Потому что наше брань против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы и поднебесных. Проблема духовная. И дальше он в 13 повторяет, для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Устоять. И он говорит в 14 стихе, «Итак, станьте». Now, listen to me. Послушайте меня. Roman soldiers were not allowed to retreat. Uh, римским солдатам не было позволено отступать назад. Uh, yeah. не мародерство, нет? Yeah. Уничтожение. Uh, есть у нас слово уничтожать. Если у вас римские легионеры в битве, и, например, человек убегал, дезертировал из армии, и э, это как дезертирство. Его потом ставили перед всеми. Они считали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять считали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И они э, пересчитывали каждого легионера, And then the, весь легион. И потом... Легионер главный выбирал число, и потом все остальные должны были убить тех, у кого было это число. A word in English called decimation, and it's from the Latin И and and в английском есть слово вот такое Это один из десяти. Вы were not allowed to retreat. У тебя не было шанса избежать этого, отступить назад. И они шли в связке, не шли в связке, римские солдаты. Они выступали как одно, как единые. Они взяли это от греков. И для грека был спазор, когда приходилось использовать копье for, for или меч. Когда воину приходилось доставать свой меч и уже сражаться мечом, это был позор для него. Потому что это означало, что ты сейчас сражаешься в одиночку. The perfected warfare with what they called the soldier. И греки использовали это слово hapler

и была вот эта стена щитов и они использовали между эти копья. Like и они выходили на открытые территории и вот так сражались, вытаскивая копья сквозь щиты the armies, the И армии посылали людей против них would tire, would get tired, и люди уставали от таких атак. The centurion would blow a whistle. И центурион свистел, издавал свист. They, they were packed up behind the front line. И они меняли первый ряд на других. And when he blew the whistle. И когда он издавал свисток, свист. The next line would come and put their shield. Следующий ряд выходил вперед и закрывал которые были первыми своими щитами. И они э, использовали свои копья, а первый бывший ряд отходил назад. Для отдыха. They, they И это была передислокация, так сказать, э, воинов. Forward, Вы тренируетесь сражаться, всегда идя вперед, но не отступая назад. Есть и это еврейское слово "кадима" означает вперед, настойчивое продвижение вперед. To И вас учат стоять твердо. Не отступайте назад. In есть у вас такое выражение на украинском «сражаться до последнего человека"? Yeah. The, the, the Greeks would go into the field. А греки, когда выходили на сражение, And на they, поле битвы, вы просто не уходите назад, вы стоите до последнего. Греки, если вы посмотрите, как мы созданы, сотворены, if I have a fight, если мне надо бороться, а Валентин говорит, например, Джеффри, слушай, ты говоришь, то, что мне не нравится. И когда такое происходит, все уйдут, мы, мы сейчас разберемся с тобой. Я могу с ним сражаться, только если я лицом к лицом к нему. Away, если я развернусь назад, не с чем сражаться, you, если я спиной повернусь. You, you really Вы не можете из-за спины сражаться. Спиной сражаться, you, и это духовные вещи. You, you Вы должны лицом к лицу столкнуться с проблемой. Вы должны лицом выступить против дьявола и сказать ему, катись в ад. Get some deliverance and get on with it. Uh, освободитесь. освободитесь и двигайтесь дальше. You, you can't run from it, okay? у вас есть, у вас пройдите курс освобождения и двигайтесь вперед. he says, stand firm. It's it's a Roman military term. Итак, когда он говорит, станьте, это армейский uh, термин стоять твердо. Buckle the belt of truth around your waist. И у нас там говорится: припаяшьтесь, да? Put on the blessed, the of Итак, припаясь вчересловашеристиную и облегшись броню праведности. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Above all, take up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the arrows of the evil one. Паче всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Он берет униформу солдата римского и использует это как завершение своего письма.

Если ты говоришь такое, значит ты должен быть сострадательным, расположенным, добрым к язычникам. Значит ты открыт к евре... римской культуре. Ты не говоришь, о, римляне плохие, ненавижу их. Некоторые люди чувствовали себя так в Иерусалиме. Они не могли быть способны достигать э, римлян. Потому что им было некомфортно. Если это не в твоем сердце, если тебе это не нравится, ты не сможешь достигнуть этих людей. Павлу было очень комфортно с римлянами. Ему было комфортно с неевреями. И помним, что у него не было израильского паспорта, он был из Южной Турции. И Тарсис это был универсальный город. И там много университетов было, университетский город. И если вы живете в таком городе, вы не просто переживаете, что вокруг разные люди, много их. Вы будете переживать разнообразные идеи. Paul was like this. И Павел был таким. And he this и ему это нравилось, и он принес эту открытость. Этот раввин из Тарсы привел вот эту открытое переживание в религиозную сферу жизни. Этот равин верил, что Мессия должен прийти и пришел. И он верил, что этим Мессией был Иисус. И он верил, что этот Мессия может освободить людей от вот этих духовных проблем и сил. И этот человек, который верил в это, который писал об этом, который все еще продолжал жить как еврей, который верил, что еврейский Мессия пришел, этот человек имел видение принести еврейского Мессию по всему миру. И ему было комфортно со всем миром. Ему было комфортно с неевреями. Ему было комфортно с любыми людьми. И он хотел создать и он хотел насаждать церкви, где всех бы приветствовали и каждого были бы рады видеть, потому что Иисус рад видеть каждого. Мы должны подобно этому быть рады всех принимать. И его биограф Лука говорил подобные вещи. Вы можете обратиться к книге, которая называется Деяния апостолов. И честно говоря, по моему мнению, это глупейшее название для этой книги. Деяния апостолов. Uh -huh. the, the, the книга не может, не называет себя деяние апостолов». Церковь назвала ее так. И знаете, я вам скажу, почему у меня проблема с этим. Потому что она не говорит о деяниях апостолов. Апостолов. В первой главе Иуда совершил самоубийство. И а потом а, все а, апостолы собрались вместе и искали замену. После этого мы ничего не слышим об апостолах. Uh, Единственное, разговор из апостолов это о Петре упоминается. Peter, uh, упоминается немного о деяниях апостола Петра, но все. This, apostолов. this book is about the acts of the apostle Paul. <laughs> Это книга об апостоле Павле. О действиях апостола Павла и о Луке, который путешествовал с апостолом Павлом. Если вы посмотрите на то, как Лука рассказывает историю ранней церкви, если вы посмотрите на дни Пятидесятницы, и я знаю, что Пятидесятница грядет, что произошло? Все наполнились Духом Святым начали говорить на языках. Петр встал и проповедовал. Пятидесятница, проявился Дух Святой. Да? Если вы идете дальше и находите, когда первый язычник получил спасение, то евреи спаслись. If you look at the first Gentile that gets saved, найдете, спасение, Luke tells us that it was a Roman centurion. Говорит, of the Italian cohort, he was from Italy. He was part of that hated Roman group. Был, uh, группы, but, what, but what happened is the apostle visited his house. Но что произошло? Апостол навестил его дом. И пока Петр проповедовал, they, the down, Дух Святой сошел, tongues, все начали говорить на языках. The знаете, Дух Святой прервал церемонию. Said, И, если бы это я был, я бы сказал, так, подожди, чуток Еще не время. Uh, у меня три пункта в моем послании. А я еще до второго только вот добрался. On, подожди, Дух Святой. Вот закончу. Третий пункт. Так, а давайте позовем музыкантов снова на сцену. Get people in the mood. Uh, надо завести людей. And then come Holy а потом приди, Дух yes, Святой. Вот так, как делается. Know, я знаю, я в церкви был. Done, yes? Так делается. Можете вы представить себе это? Смотрите в Деяние. Петр пошел говорить к язычникам. Он вообще некомфортно себя чувствовал идти туда. Он переживал по поводу этого. Он пошел. И посреди его послания... И Дух Святой сошел. Now и был другой еврейский верующий с Петром. This, Он посмотрел на это и в шоке был. Он никогда не видел, чтобы не еврей спасался. You know, Иисус-то послал их идти по всему миру, но никто же не пошел. So gentiles, saved. И вот этот не еврей спасся. Еще и Духом Святым наполнился. И этот еврей смотрит на Петра. Он говорит, что нам делать? А okay вообще нормально их крестить теперь? А Петр говорит, не I знаю. I, I suppose, Наверное, это все новое для меня. Я просто учусь, вот иду и учусь по ходу. Деяние очень ясно говорит о том, что uh, Евангелие распространилось среди неевреев. И Деяние также ясно говорит о том, что, что они явно не планировали этого. So we're get someone different named Paul. И вот тут у нас всплывает кто-то отличающийся именем he was, Павел. И у него не было израильского паспорта. И он, ему было комфортно с неевреями. И Бог дал ему видение. For synagogues where Jews and Gentiles gathered together, where the Messiah of Israel was central. где Мессия Израиля будет в центре. И где будет понимание, что Бог пришел не только к евреям, но ко всему миру. И когда мир соберется вместе, славить его,

чтобы мир увидел, что мы отличаемся, потому что среди нас таких разных есть любовь друг к другу. И Мессия живет в наших сердцах и разумах. И тогда будут чудеса и знамения посреди нас. Спасибо, что дали мне возможность быть сегодня с вами. Моя супруга и я будем помнить эту встречу до дня нашего перехода туда you спасибо что терпели меня мою странную личность но я надеюсь вы получили какое-то преимущество выгоду из писания и что вы в своем разуме посчитали это лучшим проведением временем со мной путешествие по книге Ефесяна